Самани, знаменитого царя, который создал мощное государство на территории древнего Таджикистана. Этот памятник является достоянием Республики Таджикистан и находится в центре города Душанбе. Сейчас находимся на площади Абу-Агулы-Рудаки. Это основоположник таджикско-персидской литературы, человек, который написал поэму «Шахнаме». Я горжусь, что Абу-Агулы-Рудаки был именно таджикским поэтом. Это гордость нашей таджикской нации. Флаг – это достопримечательность нашей республики. Наш флаг попал в книгу рекордов Гиннесса. Он самый большой флаг в мире. Это новая достопримечательность Дворец нации, которая была построена в 2011 году для таджикского народа. Авиценна – это гордость моей нации. Этот человек является основоположником мировой медицины.